Проект «Бережливая поликлиника» направлен на повышение эффективности работы лечебных учреждений. Суть проекта – это изменение принципа работы регистратуры, установка современного оборудования, организация доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Планируется, что систему внедрят во всех поликлиниках страны к 2023 году. К реализации проекта «Бережливая поликлиника» в апреле 2018 года было проведено анкетирование посетителей и сотрудников больницы. Анализ анкетирования показал, что наибольшее количество жалоб от посетителей на работу регистратуры. Это ожидание, очередь в регистратуру, невнимательность регистраторов, невозможность дозвониться в регистратуру. Таким образом, были выделены основные направления, которые необходимо оптимизировать в первую очередь. Это перепланировка регистратуры поликлиники, новая организация пространства, электронная очередь и необходимость создания комфортных условий для пациентов в зонах ожидания. В связи с выделением средств областного бюджета Шадринской детской больницы по программе «Доступная среда» было принято решение включить в основные направления работы устройство и улучшение работы поликлиники в части обеспечения условий для маломобильной группы населения. Сейчас расширен холл регистратуры, установлено оборудование для электронной очереди, введена должность администратора, в результате чего снизился поток обращений в регистратуру. Для комфорта посетителей в холлы поликлиники закуплены мягкие диваны, выделена зона для кормления грудных детей и игровая зона. Также сейчас уже выполнена реконструкция входной групп с устройством пандуса. Для осуществления обратной связи с администрацией Шадринской детской больницы приглашаю вас, жителей города Шадринска, присоединиться к нам в открытую группу ВКонтакте, чтобы писать свои пожелания. Будем очень рады.